Приветствую и доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И сегодня мы начнем смотреть новое аниме под названием «Папаши Дружбаны». Увидел, что вышла как первая серия вот нового аниме, и я сразу... И мне очень синопсис очень понравился. Два киллера взяли под опеку маленького ребенка. Мне показалось это очень интересно. Уже прямо увидел смесь драмы, криминала и комедии одновременно. Интересно очень, посмотрим. Вышла только одна серия, так что если видео наберет 10 лайков, то продолжу его смотреть. Ну, погнали! Озвучено проектом Анилибрия.тв. Большое спасибо ребятам из Анилибрии, большое спасибо за их работу. Большое спасибо, реально. Сколько я вещей посмотрел на их озвучки. Наконец-то у меня есть шанс сказать ребятам большое спасибо. Так, это аэропорт. Бонджорно! Какой-то макароник итальяшка. Покажи. Это я так сказал, без расизма. Это что за брюлики такие? Босс ожидает вас. Ну понятно, якудза и итальянская мафия Коза Ностра типа работают вместе. О, лексусы. Пицца со срочной доставкой. Это типа курьер, который следит за бандюганами? Посмотрим. Рисовка такая, живая. Не такая. Не темноватая, ну как боевикам свойственно. Мужским боевикам. А это реально. Лишь дальше. И что это сейчас было? Кто? Зачем? Почему? Кого? Кто стреляет? Хренью. Знаю. Ну короче, рано или поздно сейчас будет. Ага, добрался до итальянца. Водила, жми его! Я не понял, это что, бронепольный это? Член бронепольный? Чувак, а? Ну и что делать будем? Господи, только не говоришь, что сейчас ты спрыгнешь туда. Да, конечно, спрыгни. Сейчас красиво такой. Вот так. Ну, пошел. Классика. Мотоциклу, конечно, после этого кранты, ну ладно. Да. Терминатор 2. Как он с мостом? Нет, не оторвались ни хрена. Вы что, меня знали? Конечно нет. Эй, дави его! Да как, вы по ним тоже стреляли? Понятно. Извините, но место прибытия придется подправить. Водила тоже. Кто меня заказал? Дядь, ну ты же сам понимаешь, что спрашивать бесполезно. Мы ведь не абы кто, а профи. Знаешь, мы ведь обычно скучными вопросами не занимаемся. Понимаешь, ну перед смертью скажите. Ребята, которым не нравится, что ты импортируешь фальшивки. Скажите, сколько вам заплатили? А, еще и фальшивки. Сколько нужно? Дядь, откуда у тебя эти цацки? Да забирайте весь кейс и любую сумму назовите, только отпустите. Слушай, дядь, мой приятель начинает скучать. Так что выше на вопросики отвечай. Ну какой хмурый. Да я просто выполнял приказы, ничего более. А какие приказы, чьи приказы? О, спасибо за сотрудничество. Интересно, на кого эти твои работают? Ты что за музон такой? Здравствуйте, слушаю вас. Папа Казуки, это вы? В мире
своей температуре. Мы ждем вас, приезжайте за ней. Уже скоро буду. Это что такое? Слышь ты, ты же сказал, что утром ее здоровую отвозил. То есть... У нее сопли были. Чё? Вот козлина! Ты чё, это чё, у них ребёнок? Сказать не мог, что ли? Сам же сказал, что сегодня на работе надо быть как штык. Рассказывай мне тут. Тебе что, работа важнее ребенка, урод? А? Чё? Алло! Твою ж. Из-за тебя у нас опять все планы кадут. Извините. Завались! А тебе слова не давали. Они его грохнули? Уже нас ждут. Вот так просто? Папа уже едет! Мири! Это что за? Мы с Рэем приютили малышку в мире в прошлом декабре. А началось все с дела, которое нам поручили прямо на Рождество. Так. Я уже в нетерпении. Анилибрия.тв представляет. Папаши дружбаны. Я уже весь предвкушение, как они. Несколько месяцев назад. Какие козлы, вам взяли и просто так завалили. Ну, хотя он их лица видел, ну, о как. Ага, блондинчик у нас любитель покайфовать. Ну, мы тут все любители покайфовать. Это что скачивается? Отдел продажи. Имя Чие Накао. Это... Котяра... Рэй! Не это, да? Ты ну, я так и думал. Откопал? Зачем домой взял? Я уже задолбался объяснять. Хватит таскать домой животных. Ты же о кошаке заботиться не сможешь. По-видимому. Здоровый котенок. Ни хрена себе. А он затарился. По-твоему, что, пожрать ему купим и все, типа, дело сделано? Издеваешься? Одной кормежкой забота не ограничивается. Его и купать нужно, и лоток за ним убирать, и к ветеринару возить. Пойду верну его туда, откуда взяли. Чё? Ничего, конечно. Говори, где ты его подобрал? Эмошный какой-то. На хлеб. Кто? Затворник. Наклевник, затворник. Я очень надеюсь, что они просто друзья. У всех уже, да, прошла мысль, что это два голубых? Котяра, в следующий раз бери в хозяева обычного человека. Не, а это... Самое главное, найди себе такого, чтобы любил тебя. Взял и выгнал нахрен. О. Ну и шарфик оставил. Кто дает? Ну, короче, чистюля. Да этот козел сидит, ни хрена не делает. Ну понятно, кто у них в доме, мамочка. Круто выглядит. Ну как? Так ведь остроты не чувствуешь? Признай, что вкусно. Что идет? Ну и ради чего я старался? Я не просил. Чё? Слушай. Слышь, ты из-за кота дуешься? Да, из-за кота. Можешь обидеться. Заботиться не берись. Тебе приветики, Кюн. На, тут данные малышки. С пропуском в отель успеешь? Не переживай, к утру все будет готово. Отлично. И на всякий случай будь готов к моему звонку. Да, разумеется. А, кстати. Вот, возьми. Тут и твоя доля, и Рэя. Так. Спасибочки. Будь добр, передай как обычно. Да, постараюсь. Только она не хочет их брать. Ну и ладно, я пошел. Казуки, подожди. Ты никак забыть не можешь. Кто у нас кто? Зайчик. Ты у нас что, одна что ли? Принимаем заказы. Она что, одна что ли? Или хотя бы с кем? Нет, она одна. Кто маленького ребенка отпустил? Ну это маленькая девочка. Номер пропуска 3046-49. Ну понятно, почему он с той бабой был. Сделал
Фальшивый проход. Ну, фальшивый ключ. Так, стоять. Да? Тебе что тут надо? Супруга хозяина заказала сюрприз на мероприятие. И? Поручила доставить этот тортик на верхний этаж. А, все. Говорит, стой. Если они о нас доложат, цель сбежит. Да они уже доложили. Давай, давай, давай. Да, махнуться от УЗИ так легко. Ну, стрелять из укрытия более-менее нормально. Вон что, через дверь. Это было красиво. Так, это правда твоя... Да вы издеваетесь. Дочка? Продолжение следует. Так это что, реально его дочка сейчас, да? Это реально его сейчас его дочка? Блин, я надеялся, что они просто случайно подобрали мелкую девку на улице или что-то в этом роде. А оказалось, блин, ну это ж как время вообще, ну сценаристы ну вообще обленились. Как она вообще умудрилась его найти? Вот как? В гигантском городе Токио, надеюсь, что это в Токио. Как она умудрилась вообще напороться именно на того мужика? Макси, вот, господи, самое очевидное, что могло бы произойти, она бы всех расспрашивала бы на улице и угодила бы каким-то дегенератом. Твою же мать. Нет, конечно же, она сразу напоролась на своего именно батю. Ну, может быть и не батя, но на того, кого она реально искала. Да. Ну да, видно, кто там у них будет папочка, а кто у них будет мамочка. Это была первая серия аниме «Папаши дружбаны». Если вам понравилось, ставьте лайки. Вторая серия будет, если это видео наберет 10 лайков. Ну, 10 лайков немного. Я же не прошу 1000 лайков. Удачи и поздравляю с Рождеством!